Всем привет, с вами Прием. Сегодня мы вновь вскрываем посылочку. Ура! Сегодня посылка от компании Destream, компания, которая обещала выслать свой мерч, свое худи еще чуточку ранее, летом, в конце лета, но в итоге пришло только к середине сентября. В принципе, не беда, самое главное, что пришло. Ну что ж, вскрываем вновь тем же самым ножичком. Абсолютно ничего не меняется, все стандартно, как всегда. Ага, она в пакетике дополнительном, как я вижу. Ну, это специально, чтобы для таких, как я, не прорезать ткань. Разрезаем пакет. Так. И с этой стороны тоже надрезаем пакет. Окей. Пакет можем убрать. Теперь этот пакет. Ага. Достаем. Так, тут что-то лежит интересное. Я сейчас прочитаю. Глобальная экосистема донатов для стримеров. Да, то есть абсолютно все рассказано, показано. Я вам показывать не буду, потому что тут различные QR-коды и все такое прочее. Вдруг вы это скопируете, взломаете меня, и я потом плакать буду в итоге. Вот. Итак, ну, пришло время примерить, я так чувствую. Ну, для начала я покажу вам, как оно выглядит. Я чуточку отдалю свой топовый штатив, который на самом деле пюпитр. Мощно? Ну, на самом деле намного лучше было, если оно было по-английски, но тоже неплохо. Окей, надеваем сие чудо. А хотя, в принципе, сейчас вы увидите, почему на самом деле даже лучше, что по-русски написано. Сейчас, секунду. Вот, то есть, эта черная, она у меня еще со стримфеста. На ней видны мои буковки, все весьма классно. Это же, все так вот. Ага. Так, вот так вот будет лучше. Вот, получается. Ну, ниточки весьма маленькие. То есть, если сравнить с той, которую нам выдавали со StreamFest, тут ниточки побольше, это фортнайтовская. В общем, собираем весь мерч, возможный в этой жизни. Сфокусируется? Да, сфокусируется. Так что, вот такая вот интересная кофта. На самом деле, очень короткое вскрытие получилось, если сравнить с прошлым, где я скрывал посылку со вкусностями, то она была чуточку подольше. Ну что ж, всех вам благ, счастья, здоровья, как говорится, берегите ноги. Встретимся совсем скоро. А конкретно где, скажу чуточку позже.